Здравствуйте, канал Bad Girl. Мы идем за Чиуна, за нашего мальчика, который поет. Мы все идем за Маном. Да. Это Ярик за охотник, это Игорь за охотницу, Катя за трюкача. Да. И Софья... И Евгеншин. Мы тут это решили, что ты когда вернешься, мы сериал посмотрим, а пока сходим за охотника. Вот. Тьфу, за маньяка. Я уже ничего не хочу. Не хочешь, да? Реально? Не хочешь, да? Извини, София, меня просто сейчас напели. О, здрасте! Тоже напел, интересненько. Ой, я просто не могу с этих прекрасных вообще сурвов. Просто передо мной в шкаф лезет. Нормально, нет вообще? Это не делал так надо. Ну ладно. Пусть будет. Эй, охотница. Охотница, говорю, ведьмочка. Мы с Игорем. Да я не вам, я тут ведьмочку нашла веселую. Сидит, чинит генератор. Беспаленная такая. Шляпа остроносая видна такая, знаешь? За километр. Здорово, дед. Я помазал. Вас тушу, подед? Бля, ты сюда прибежала, овца. О, дедуля. Смотри, лег. Папа, ты промазал. Ай, дедуля, дедуля. Ай, в подвал пойдешь, дедуля. Ты сам виноват. Я даже не комперю вас. Какие ножички красивые мне Ярик сделал. У чувака ник Summer Stream. Я сделал ножички красивые. Ах ты тварь, да. Фонарная, сука. Разве нет? Это как? Разве не ты делал мне эти ножики? Или они у него были? Они вроде у него есть или разве? А, ну тогда ладно. Я думала, нет. Воу-воу-воу. Уже два фонарных челика. У меня тоже. Настя. Настя, хватит. Настя. Какая Настя? А, ее зовут Настек. Вот. Что? Что же сейчас было? Это либо так залагало. Так, она меня бодиблочит. Или это какой-то чит. Это же что это может быть? Ну, как тебе сказать, мать, это был плохой мув. Это был очень плохой мув. Короче, несу деда в подвал. Мне мешает Микаэла. Ну, я вместе с подвалом, как бы, ну, вешаю деда в подвал. И Микаэлу рядом. А теперь история от меня. Я, короче, бегу за Микаэлой, так. За этой Настей. Бегу, она исчезает и уже в другой стороне находится. Как так? Это чит. Чит. Но же сама не может перемещаться, она же тебе не это. Как ее там? Как мана зовут, Мистра? Которая перемещается? Быстро. Мистра? Не Рин же, не Рин. А. Не, вы, конечно, веселые ребята. Блин, они не спасают друг друга, это неправильно. У меня двое умерли в подвале. Они даже не пытались. Ну вы чё, ну так нельзя. Так нельзя. Так нельзя. Ярика, дают же деньги за то, что генератор ломаешь? Конечно. Ну все. Вот какую-то пользу приношу себе. Немного, но дают. Опа. Кто вычинил генератор?
Да петух какой-то, стопудов. Уже второй. Ты правда думаешь, что так можно? Лег. Лег, красавчик. Иди сюда. О, промазала! Ты что делаешь? Ах, ты какой хитрый! Ты посмотри, какой хитрый! А ну стоять, а ну стоять! Ай, хорошо! У-у-у. Ай, хорошо! Оба легли! Ладно, тебе повезло. Мне? Чумечка бегает. Уращивает топориков. Так, один висит. Где второго уронил? Сейчас найти бы еще. Ой, у меня, кстати, косплеер какой-то. Блин, где тебя уронила? Пять. Я человека потерял. Да где? Ёб твою мать. Да где я вас уронил-то? Блять, в глаз какая-то хуйня попала. Блин, не здесь, а где уронила? С фонариком, блять. Не, прикинь, найти не могу. У меня команда, Ярик. Да? Угу. Блин, у меня один остался, сейчас люк найдет. Сука, можно брать, блядь. Да, уже один остался. Так, так, я сейчас люк найду. Я должна его найти. Я просто чувака потеряла, я забыла, где его уронил. Найти не могу, прикиньте. В какой-то веке потерял человек. Пиздец. Хули вы там бегаете, уебки? О, люк нашла. Хорош. Еще бы чувака найти. Прям рил найти не могу. Даже голосом себя никак не выдают. Да где ты? Да что такое? Да ну где? Главное, стояка у него точно нет. А где же он есть-то? О, нашла! Господи. Ой, прикинь, чел, потерял тебя. Думаю, где ты есть вообще? Ох, как покрутил. Красиво. Взяла, потеряла. Потеряла человека, думаю, господи ты, боже мой. Просто потеряла на ровном месте. Ну, хоть люк нашла, ладно. Ой, хорошая катка такая. Ой, так они пустые были. Ну, один точно прям пустой был. А другие такие. Полуполные, скажем так. Хорошая катка. Нравится такое.